Хочу вам сегодня показать. Если верить человеку, который привез машину вчера, по его словам, вот там, что я показал, берут за регулировку клапанов на вот этом 3500 гривен. Человеку поменяли все: перчатку, гофру расходомера, расходомер, вот тот, возили на проверку, проверяли, работает ли он. Не могли найти причину, почему так работает двигатель. Человек ехал в Молдову, и у него на скорости 100 км в час где-то поломался рокер. Он точно не знает, ему точно не сказали, то ли на втором цилиндре, то ли на четвертом цилиндре. Поломался рокер, и он ехал вот так где-то примерно 100 км. После чего приехал сюда, в Киевскую область, отвез машину на станцию. И сказал, что это все нужно сделать. Сколько будет стоить, нужно сделать. Как бы человеку сделали, рокер поменяли, там антифриз поменяли, помпу поменяли, ГРМ поменяли, ремень, ролик, это все дело. Вот. На регулировку клапанов ему озвучили вроде бы по впуску 0,20, а по выпуску 0,40 миллиметров. Типа что зазор выставить не получилось, типа что износ распредвала, и как бы никто не может найти причину, никто не может понять, почему двигатель работает вот так. Ну, когда машина вчера приехала, я уже по звуку понял, когда она подъезжала ко мне, я стоял на дороге, я сдавал машину человеку, как раз уезжал клиент, и я услышал эту работу. Кстати, этот расходомер оказался хороший. Я услышал вот эту работу и, в принципе, уже понял, когда он подъезжал, подгазовывал, что причиной является вот этого всего. Если хорошо послушать, вот, паук очень отчетливо стреляет. Если сюда приложить вот так листочек А4 и давать дроссель, то листочек будет отбрасывать, а должен втягивать постоянно расходомер. Идет обратная волна, давление газов назад в упор. Это у нас что отвечает? Это отвечает у нас клапана. Значит, когда поломался рокер, клапан, наверное, не успел дозакрыться и его ударил. У меня был такой М40 тоже. Очень долго я с ним мучился, где-то 2 недели я мучился с машиной, с мотором, ничего не мог понять, ничего не мог сделать. Отсечки у мотора вообще нету, вот крутишь педаль газа в пол, нажимаешь, мотор крутится до 4000 и зависает, и начинает плавно спускать обороты на ноль, троить и глохнуть. Оказалось, все банально просто. Я изначально всю навеску поставил в другую, полностью рабочей машины, со своей снял навеску и поставил на тот двигатель, все полностью. Вообще ничего не поменялось. Вообще, вот тупо один в один работает мотор. Что на своей навеске, что на моей заведомо работе. Потом я решил все-таки снять голову. Снял голову, положил, налил керосином на все 4 горшка.
вверх на клапана, получается, и сразу же, моментально, керосин побежал со всех впускных отверстий. Все впускные клапана были подогнуты. А мотор ехал, до 4000 он нормально ехал, более-менее. Плохо заводился, немножко отравил на холодную. Когда прогревался, он более-менее адекватно ехал и немного бубнел. Но не было, ну, больших оборотов. 4000 это был предел, и на 4000 его заливало. В общем, будем дальше разбираться с ней на клапанную крышку. Посмотрим на распредвал, какая выработка. И все же будем снимать голову. Снял клапанную крышку я. Да, я, конечно, удивился. Я не знаю, почему так. Но я думаю, уже видно, что случилось. Какая-то херня. Оригинальный рокер коромысла. На пятаке еще даже более-менее адекватная выработка. Канавы нету. Короче, бред какой-то. Что по распредвалу? Не знаю. Вам, наверное, не видно, но он выработан очень хорошо, очень сильно. Некоторые шайки выработаны. Вот, например, вот эта шайка, ей пиздец. Очень большая ступенька. Вот тоже выработка. Вот эта шайка, вот. Тоже жопа ей. Видно, вон выработка. Ступенька большая, борозда. Так, что тут? На втором цилиндре тоже выработка. Так, первый не могу достать, нужно крутить коленвал. Жесть. Так, жесть. Вот здесь вообще жопа. Тупо жопа. Здесь почти 3 миллиметра канала. Кстати, вот сломанный рокер. Был. Здесь стоит новый. Новый стоит. Новый не оригинал. Какой-то заменитель. Наверное, что Фэби или еще какая-то там АЕ. Дешевый. Нету ни одного названия. На Фэби есть название. Это еще какой-то... Это вообще какая-то дичь. Самый дешевый, наверное. Так, сейчас позвоню хозяину. Обрадую его, скажу, что попал на капиталку головы. Другого варианта здесь нету. Она работать не будет. Так, была куплена, ну как куплена, взята в долг голова двухлитровая. Я когда-то делал мотор, ставил сюда новый распредвал. И вот такой вот. Я не помню точно, какой производитель, потому что, блин, давно было. То ли Кульбеншмидт, то ли Свак. Вот не помню. Помню, что очень дорого стоил. Вот, он поездил. В принципе, он, кстати, и нормально поездил. И износа кулачков вообще нету. Реально хороший вал. Кстати, прокладка с того двигателя, с которого сняли головку. Но оси здесь какие-то не алё. Они уже были, и кто-то уже выбивал до меня. Что-то делали двигателем. Вот этом, где был распредвал, но где я ставил.
непонятно. Ну, я их там почухивал, они стали нормально. Сейчас разбираю, вот, пытаюсь снять головку. Куча всякой херни, блин, газ стоит. Неудобно, просто пипец. Аж кричать хочется. Говна там всяких проводов, шлангов, блин, этих газовых. И еще камера, блин, запотела в телефоне. В общем, дальше отсниму, как сниму вот этот паучок. Короче, разобрал я впускной коллектор, все поснимал. Открутил выхлопной коллектор только вот этот снизу. Этот открутил от головы, потому что там неудобно было добраться. К этому доступ был. Этот открутился от фланца, а от головы снизу болты три штуки не открутились. Они там полностью загорели, заржавели, сгнили. Там кусочки маленькие остались. Уже я буду срубывать их, когда сниму голову. Все, голова уже откручена. А снять не могу. Походу прикипело. Непонятно. Вообще дергаешь, и все попусту. Вообще никак. Сейчас попробую взять монтировочку и как-то так вот в эту сторону ее поднять вот так сюда. Может быть, пойдет. Не знаю. Еще заметил какой-то такой цвет вот в голове. Эмульсии, типа, ну, как бы масло горело. Блин, ну оно всегда вообще как бы черным должно быть. А вот этот кофейный. Такого плана у меня был М20 в моем туринге, Е30. И у него тоже такой был, кстати, нагар кофейный. Желтизной отдавал. Вот. Даже видно, вот как рокер схавала. Полностью сожрала рокера. Обалдеть просто. Вот все видно красиво. И такой цвет нагара был из-за того, что была трещина вот здесь, на пятом цилиндре. Под распредвалом, вот именно в этом месте, где идет штанга на коромысло. Там была трещина такая вот повздуж от этого к этому под распредвалом. И тоже таким цветом был, была такая головка таким же цветом. Все, сейчас пробую сорвать монтировочкой и снимаю оси и снимаю распредвал. Смотрю, что там внутри и какие клапана. Снял я головку, и представьте мое удивление, когда я увидел на поршнях отметины. Вот даже, в принципе, вот с полуметра, даже с метра видно на первом цилиндре. Вон. Ударчик от клапана. Достал, получается, первый цилиндр, пятый цилиндр получил и шестой цилиндр получил, вот. Эта машина, кстати, после сервиса, и человек сказал, что до того момента, как поломался рокер коромысла, она работала нормальная. Когда он поломался, проехал 100 километров, приехал на сервис, ему поменяли рокер, это с его слов. Машина нормально завелась, уже типа не троила, так как было с поломанным рокером, но... Он сказал, что его мотор трусило очень сильно. Такое, типа, раздраженное, типа, состояние мотора было. Он, типа, трясся весь, блин, поддергивало его, плохо реагировало на педаль газа. И расход топлива был 20-25, по-моему, что-то такого, до 30 литров. Точно не буду, ну, там, в пределах 20-25 расход был. Но он очень сильно на это жаловался. Он даже расходомер там возил проверять. Я, по-моему, это рассказывал изначально, как машина приехала. Вот, все там отлично было. А вот из-за этого, напрямую из-за этого, что подогнуло клапана, из-за этого она троила, мотор труханила, и, соответственно, был повышенный расход бензина. Как-то так. Кстати, блин, реально
еле отдер голову. Вообще, блин, прокладка вся ржавая, она прикипела настолько, что, ну, вообще просто капец. Еле снял. Монтировкой отдирал. А, не, монтировка не помогло, кстати. Монтировочкой подставлял там, вот туда подупорчик, там с той стороны есть подупорчик, подставлял, пытался хоть как-то сорвать, вообще нифига. Вот тупо нифига. А, снялась она вот такой штукой, через деревянную колодочку с той стороны, вот сюда, вверх головки, два легких удара, толчка, так сказать, и она нормально поднялась вверх, немножко сдвинулась. Ну и залез, и нормально ее достал. Так, что по голове? По голове видно вот удар. Камера, блин, запотела. Вот, раз коснулся первый цилиндр. Вот, пятый коснулся полностью. Вот так. И вот шестой коснулся. Получается у нас раз, два, три. Три горшка не работало. Работали только... Ой, извиняюсь. Да, три горшка не работали. Работали только три. На трех цилиндрах она ехала. Хотя изначально рокер был поломан вот здесь. Вот здесь на выпускной клапан поломался рокер. И вот здесь теперь поломался сейчас рокер, после того, как она уехала с сервиса на выпускном. Я сейчас выбью оси, сниму рокера и попробую налить сюда жидкости, посмотреть, потечет ли впуск, потечет ли выпуск здесь на двух цилиндрах. Мне очень интересно, не сгорел ли этот клапан, там седло не прогорело. Ну шо. Смотрим дальше. Вот так. Отфигачило. Распредвал. Так, на газон. Смотрим на коромысло. Вот так должно быть примерно. А вот так было здесь. Круто, да? Смотрите, как выело полностью. Вообще офигеть можно. Ужас. И оно еще ехало. Дальше разбираю голову, мою и везу, пускай тот, кто будет шлифовать голову, пускай он проверит клапана, отшлифует голову, посмотрим седло, и если что, нужно будет купить новые клапана, притереть и собрать. Я вчера вечером, когда уезжал, оставил голову залитой. Там у меня был немножко керосин, я его с бензином смешал и сюда полную, сюда поналивал. Полные камеры сгорания. Вот сегодня приехал утречком, 10 часиков и пусто. Пусто. Стекло. Стекло, значит... Значит, камера сгорания не герметичная. Это очень, конечно, прискорбно. Добавилось больше работы.
получается, и по впуску стекло, и еще и по вы... Ой, то есть, извиняюсь, по впуску стекло... Блядь. По выпуску стекло, и еще и по впуску стекло, потому что... Бля. Короче, жестяк. Сейчас. Сейчас почищу это все дело от нагара. И буду разбирать, мыть головку бензинчиком и везти на мойку потом, сбить химией. Ну и, естественно, на шлифовку пускай смотрит клапана и проверяет голову. Клапана рассухариваются вот таким вот образом. Очень простым, специальным ключом, без лишнего геморроя. Аккуратненько изначально простукиваете трубочкой подходящего диаметра. Например, вот у меня есть вот такой ключик. Вот так ставить. Вот так вот. Немножко легенько молоточком простукиваете по тарелкам клапана. Все пружинки, все клапана. А потом вот таким ключиком легко снимается. Вот. Все видно. Сухарики освободились с отверточкой. Магнитно их скидаете с пазиков. Достаете, и все, и клапан снял, пружинку снимаете. Не надо снимать клапана. Я видел, многие деды делают вот так вот, ставят, к примеру, вот такой же вот диаметром, внутренним отверстием, ключ, например, да, и вот так ставляют, и бьют молотком сюда сильно, оно продавливает пружинку, слетают сухарики, и все, и оно рассухарилось. Ну, так делать не надо. Это только можно так, в принципе, Жигули разбирать. Ну и то, я Жигули даже так не этот самый не делаю. Для Жигулей есть специальный ключ, он на базаре продается, стоит он вообще копейки, блин, что-то там 70 гривен. И я, кстати, тем ключом жигулевским даже делал вот такую голову. Сделал приспособление, зацеп сюда, вот такую палочку ставил, крючок сюда сделал. Вот, и когда... Зацеплялся, даже стандартная, по-моему, жигулевская там насадка, там три насадки на ключе. Вот, и даже есть, по-моему, какая-то из насадок, которая четко подходит под вот этот диаметр. А, даже, по-моему, восьмерочная, если я не ошибаюсь. Но могу ошибаться. Или москвичевская, точно не помню. Вот, и оно четко рассухаривает, все четко делает. Я на моторе так делал, все идеально. Кстати, я жигулевским тем же ключом делал и, по-моему, да, я менял на двигателе. Не снимая голову, я этим ключом жигулевским менял на М52Б28 на машине с Аники клапаном. Все четко работает, вообще идеально, без вопросов. Так что сейчас рассухариваем клапана. Головку я с той стороны почистил. Возможности снимать, как процесс происходит, нету, потому что снимать с телефона штатива пока что нету. Так что буду вот так кусочками нарезать. Ну вот и все. Разборка заняла, ну блин, 5 минут, максимум 7. Вообще без каких-либо сложностей. Все простучал, все четко снялось. Вот клапана. Желательно не терять сухарики. Так, первый был ударенный. Так, он грязный. Он стал какой-то непонятной овальной формы. В общем, это все субъективно. Нужно, чтобы человек ставил на призмочку и индикатором проверял фаску всех клапанов, которые были погнуты, и там, где клапана были с поломанными этими самыми коромыслами, чтобы посмотреть, все ли нормально. Как-то так. Дали буду. Короче, я что-то не удержался. И помыл немножко голову перед мойкой. Не знаю, нафиг я это сделал, но получилось примерно вот так. Очень классно. Вымыл. Сам не ожидал. Чем я ее мыл, не скажу. Потому что я не знаю, как она называется. Я химию взял у знакомого, там бутылка стояла какая-то, вот. Он что-то той химией мыл, там то ли машину, то ли еще какую-то фигню. Он тоже не знает, что за химия, ему просто принесли, сказали надо, он да, там дал 50 гривен и литрушку ему оставили. Я у него забрал эту химию,
И вот эта химия, вот так она отмыла бошку. Вообще, я скажу, даже очень круто покупалась. Я прям, блин, не знаю. Я просто кайфую от того, как получилось покупать голову. Я это все набрызгал вот такой вот щеточкой. Ну, блин, ну 10 минут. 10 минут вот так туда-сюда, так всю голову так сделал. Она постояла еще 5 минут, а потом просто теплой водой, блин, взял маленькое ведерочко. Вот тут такое ведерочко, там где-то литров. Может 5, может 4. И просто вот так сливал-сливал и щеточкой помогал, и все. Слил 5 литров водички тепленькой. И головка чистая. Очень круто. Я еще немножко ее снаружи помою бензином, потому что здесь грязь. Вот такая хорошая, налепистая грязь. И все, и повезу ее в понедельник на проверку. Хотя я вижу уже и так, что здесь трещин нету. На М20 трещины очень видно, их сразу видно вот здесь. Давайте я буду отверткой показывать. Они лопаются вот так вот. Вот так лопается. Вот так лопается. Вот так лопается. В основном вот здесь. Видел голову, она треснула от шестого цилиндра и где-то примерно аж вот сюда. Так, блин, эта головка, кстати, была с Одессы. Я с Одессы мотор купил 2.5. И ее заварили. Заварили ее вот так почти до первого цилиндра. Здесь внутри вот здесь все вот это было наплавлено. Там тупо такой был кусок алюминия наварен, что вообще капец. И да, держала. Она реально держала. Антифриз не пускала сюда, внутрь. Ну, я мотор продал. Не стал я на нем ездить долго. Я на нем поездил полгода и продал его. За сколько купил, за столько и продал. $250. 2.5. Голый. Так, все. Поеду завтра. Ой, не завтра, понедельник. Поеду в понедельник. Отдам голову. И помою клапана с тарелочками. Все, пружинки, тарелочки и вот эти шайбочки под пружинки, все чистенько, все помыто, очень красивенько. Головка сейчас на шлифовке, клапана тоже будут шлифоваться, фаски вроде бы как вот те три клапана, первый, пятый, шестой выпускных, вроде бы целые. Я их в дрель аккуратненько зажал, зато место, где сухарики держатся, крутнул. Фаска вроде как и не бьет. Ну, в общем, человек сказал, поставит в станок, и все будет ясно. Возможно, что просто фасочка клапана, если он даже и немножко подогнут, фасочка клапана шлифанется, и все будет нормально. Но она когда лежала перевернутая, я пролил полностью всю керосином, все 6 камер сгорания, и все 6 камер сгорания вытекли. Ну, герметичности в клапанах вообще не было. Я имею в виду камеры. Короче, тут еще барахлишка приехала, там прокладочки всякие, сальнички. Так. Здесь тоже я навел порядок, полностью почистил блок сверху. Получается, прокладка так немножко там частично прикипела, грязь какая-то осталась от прокладки. И есть, короче, небольшие каверны, такие раковины, где канал охлаждения. Побило почему-то сверху блок. Такие небольшие, правда, раковины, но неприятно. Не совсем приятно. Было бы, конечно, идеально снять мотор, разобрать полностью, отвести туда же на шлифовку, чтобы еще торцанули блок сверху там на 0.2. Было бы вообще супер, но бюджет. Если я клиенту озвучу цену за это, он просто офигеет. Он сказал, что его и так же из дому выгонит за ремонт этой машины. В общем, и вот это мы будем исправлять очень просто. У нас есть самый лучший в мире герметик. Вот он лежит.
называется Витя Рейнс. И мы аккуратненько вот в эти места нанесем герметик. И все будет хорошо. Даже вот эти места мы промажем герметиком. Это слив масла у нас идет с распредвала, чтобы масло не сочилось вот так туда, по стенке двигателя, потому что там реально все в масле. Весь блок полностью все в масле, там не видно. Он так частично, он видно, чуть-чуть внизу блок. Там насрало, короче, оно налипло, всякая фигня. Также почистил поршня. Ну, в общем, делаем красиво, чтобы все было понятно, чтобы все было видно. Отчетливо, кстати, видно, что клапан все-таки достал вон аж стандартную ямку от клапана, ее аж как бы... Ой, блин. А смотрите, какая фигня, я только что вот это заметил. Здесь не должно быть ямки от клапана. Вообще здесь только на впуске идет провисть, типа втыковая. Я какая-то правильно сказать, втыковый вытеснитель для клапана только идет на впуске в 2-литровых поршнях. Это сделал клапан. И вот это сделал клапан. А вот на третьем цилиндре ничего нету. Только на впуске. И на четвертом тоже ничего нету, видите? Блин, вот это я тупанул. Оказывается, 4 клапана. А я думал 3. Ну ладно. На пятом вот тоже клапан ебанул. И на шестом тоже клапан достал. Бляха, муха, офигеть. Я смотрю, что они такие неровные. Вот это криво стоит, каверночка. И это тоже криво. А здесь, блин, вообще нету. Все цилиндры внутри помазаны маслом. Масло 80-90, трансмиссионное смазал, прокрутил поршня, чтобы все помазалось аккуратно, чтобы не на сухую было. Все, ждем голову. Мастер сказал, сегодня в 8 вечера головка будет готова. Заберем, посмотрим. Головочку сделали немножко раньше, где-то на часика полтора. Токарь или шлифовщик, быть правильнее, справился быстрее. Все круто отшлифовано. Блестит красиво. Сказал, где-то посерединке немножко был прогиб в этом районе. Вот, немножко не взяло. Но это ничего страшного. На скорость не влияет, здесь ничего все равно нету. Так, клапана притираю вот такой пастой. Кому интересно. Очень крутая паста. Тереть нужно аккуратно, потому что гребет она очень сильно. В принципе, вот так получается. Фасочка играет. Ширина фаски примерно 2 миллиметра. Что-то не наводится. Было бы, конечно, круто сделать миллиметр, но это нужно резать седло, выводить фасочку в 1 миллиметр. Финансово это стоит денег. Я думаю, будет так работать. Я понимаю, что это много чего значит, фасочка в 1 миллиметр, но... Но в данной ситуации головка будет работать без всяких проблем и с родной фасочкой. Все 6 клапанов выпускных отшлифовали вот эти фаски. Вот, и сказал он, что самый плохой клапан был 5-й выпускной. Наиболее подогнутый. И на поршне, оно, кстати, и даже видно там, удар был, самая сильная глубокая канавка на 5-м цилиндре. Вот этот клапан, он вышлифовал его в ноль. Сказал, что очень долго шлифовался. А так все клапана, они все кроме двух, все были подогнуты. Все вышлифовались. Вышлифовались в ноль. В принципе, сказал, все хорошо, можно собирать, притереть, собрать.
поставить и уехала, чтобы машина. По цене шлифовки, не знаю, все берут по-разному. Все, дальше втираю клапана. Завтра соберу. Надеюсь, что соберу головку и поставлю. Так, если кто не верит, могу показать. Так, вот пятый клапан, который самый сильно ударен был. На станке фасочка отшлифовалась полностью и притерлась. Даже видно, вот неровная фасочка была. Все, завтра соберу. Обратный порядок, конечно, немножко геморней, потому что немножко занимает больше времени. Нужно все делать аккуратно. Не спешить, чтобы когда сухаришь обратно клапан, нужно надевать вот эту тарелочку ключом аккуратно, чтобы не поцарапать ножку, стержень клапана, вот эту вот часть. Сухарится просто. Один человек это делает легко, без всяких там напрягов. Сейчас заделаю, буду ставить распредвал, сальник новый и ставить оси, запрессовывать коромы слам. Еще есть такой маленький моментик. Ножку клапана, когда уже все притерто, все чисто, очищено посадочное место, где работает клапан седло. Вот, когда ставится клапан перед установкой сальника, я смазываю его маслом. 80W90 или 75W90, в принципе, не важно, любое трансмиссионное масло. Намазываю на ножку, вставляю в втулочку. Потом надевается специальный пыльничек на клапан и потом надевается сальничек. Тоже немножко сальничек смазывается, чтобы это все было в масле. Дальше, есть еще такой маленький лайфхак, чтобы сухарики вставали в пазики хорошо и не выпадали. Я перед тем, как сухарить, немножко от того же самого трансмиссионного масла, капаю вот так сюда на краешек, оно затекает в эти прорези, и потом сухарик, когда маленькой отверточкой ставишь, к примеру, вот так вот, вот маленькая отверточка у меня есть такая, на любом рынке, в любом магазине можно купить, и вот когда ты его так ставишь, он остается, не выпадает. Потому что когда на сухую, сухарики все я мою растворителем 650. Вот, и когда на сухую, и когда клапан тоже здесь на сухую, ты его вставляешь, а он, падла, выпадает постоянно. Это немножко напрягает. Вот как-то так. Такой маленький нюансик. Зато облегчает жизнь. Остался один. И ставим распредвал.
Вот так легко одной рукой заводится, ставится, защелкивается. Отлично все. Не люфтов, ничего. Естественно, перед установкой шайки распредвала я смазываю трансмиссионным маслом. Это с подкрема. Я сюда маслечко наливаю. И вот таким вот образом смазал по кругу. Размазал. И все. И ставишь распредвал. Все, сейчас самый гемор это будет, блин, установка коромиссера. И еще один такой моментик по поводу вот этого сальничка. Блин, вот у него есть такой специальный посадочный элемент, и его нужно всегда менять, этот сальник, потому что он постоянно течет. В общем, доставать его нужно очень аккуратно, потому что эта штука часто ломается вот так напополам. У меня уже так один раз было, один раз я ее сломал. Так, сальники беру по вот этой фирме, вот его размер. Вот его номер. Всегда этот сальник нужно ставить новый, потому что вот сюда течет масло, и все тогда засрано. Здесь тоже есть уплотнительное кольцо, но, в принципе, я его еще не находил в продаже, чтобы купить. Не попадалось оно мне. Я его всегда промазываю тонким слоем Виктора Рейнза, и оно работает, не течет. Все, сейчас мою, ставлю новый сальник, ставлю туда и начинаю собирать коромысло. Головка стоит, уже полностью обтянута. Интервала по обтяжке в М20 нету. Тянется она 30 ньютон-метров и два раза по 90 градусов. И все. Затягивается быстро, просто. И когда ставите головку, всегда опускайте вниз второй, третий поршень, потому что когда звездочку ставите на распредвал и выставляете ее звездочку по метке, то на втором, третьем цилиндре открыты клапана. Чтобы не поставить головку и не погнуть клапана, второй цилиндр и третий нужно опустить. Будет видно. Так, вот метка. И вот там метка. Вот. И вот здесь вот меточка. Там, где прорезь, все четенько стоит. Естественно, 10 раз. 10 раз прокрутилось это все дело, проверилось, отпустился натяжитель ремня, чтобы он пружинка натянула, и все, закрутилось, зафиксировалось все. Дальше выставил зазоры, все 0,25. Все как книжка пишет. Все хорошо, все с маслом, оно все очень хорошо, мягко, плавно крутится, ничего не скрипит, не репит, не стреляет. Все, сейчас мажу вот эти вот места, ставлю заглушечки, ставлю трубочку, то что поливает коромисло, одеваю прокладку и закрываю клапанную крышку, соберу переднюю часть, понадеваю крышки, и, в принципе, на сегодня все. Глушитель. Одна часть уже прикручена, одну нужно надеть. Новые термоэкраны отражающие. Они же прокладки на выхлоп. Все, скоро заведется.
Надеюсь. Что заведется. Еще нужно уделить внимание вот этой трубочке, поливалке для коромисел. Она очень часто бывает сбита. И вообще в идеале, блин, ее бы покупать новую и ставить на хорошее масло, на чистый мотор. Потому что если не почистить ее, то коромысла будут плохо смазываться. И возможен им, в принципе, такой же исход, как и был до этого. Начнет ракера грызть, распередвал скушает, ну и все. Трубочку нужно хорошо чистить, вымывать тоненькими проволочками те отверстия, блин, прочищать, компрессором продувать. Я где-то чистил ее примерно, блин, час, может даже полтора. Короче, это говно, эта трубочка, но она нужна. Было бы интересно сделать какую-то другую систему, как, например, в М43 моторе. Там интересная такая трубочка стоит и более-менее адекватная подача масла на распредвал. В общем, не забывайте трубочку чистить. Даже вот меняете масло, снимите трубочку, помойте ее, почистите какими-то там химарями всякими, чтобы она продувалась хорошо. И чтобы с нее реально поливало масло. Когда поливает масло, то распредвал работает тихо и не изнашивается коромисло. Все, сейчас ставлю крышечку. Не думаете ли вы, что я забыл крышечку помыть? Я же не просто так. Нормально делаю. Вот те ребята, что меняли там коромысло, они ведь тоже могли ее помыть. Сделать ее нормальной, чистой. Чтобы внутри была чиста. Чтобы более-менее адекватная она была снаружи. Красивая. Ну да, пришлось потратить час где-то времени. Полтора, но... Зато... Масло будет чистое, эта грязь не будет смываться с крышки, а будет уже отлаживаться новый нагар на крышке. Так что нужно всегда мыть крышки. Да, гемор, но нужно, зато чисто будет. Это все же ресурс двигателя. Вот так вот. Не было бы это BMW, если бы все прошло реально четко, гладко, как по маслу. Я вот заметил такая тенденция. Блин, ну капец. Вот если выхлопной коллектор, там глушитель, колено снимается нормально, то, блин, ну поставить его потом вообще такой головняк. Почему его ведет, крутит постоянно, блин. Вечно, блин, как не приедет какая-то машина, снимешь выхлопной коллектор, блин. Или штаны, а потом долбешься его назад, чтобы воткнуть нормально, блин. Все, блин, криво как-то, непонятно, блин. В общем, здесь такая же ситуация была. Этот коллектор не открутился. Этот открутился от головы. Этот открутился от приемных штанов. Получается, этот я снял, отодвинул, а там я открутил и снял голову с коллектором. А потом, как ставить назад, этот стал нормально, а тот не мог всунуть. Пока не полностью опять не снял, сначала в ель, ну, с усилиями, блин, запихнул этот, а потом уже этот поставил. Какой-то капец. В общем, сейчас собрал еще такой моментик. И вот такой моментик. Не знаю. Не знаю как. Но да. Форсунка была без наконечника. Это одна. А вот вторая. Он вроде как вообще сплавился. Не знаю почему. Такое первый раз вижу. Сейчас форсунки стоят бэушные. Я купил на разборке. Поехал. Чувак вынес коллектор впускной. Говорит, о, блин, последние, блин, еле нашел. Блин, это еще с немки, наверное, машина приезжала. А здесь вот посередине... Это самый, как его, антихлопок газового поколения на М20, там какой-то третий, или, по-моему, второй, с антихлопком, блин. Я говорю, ну да, конечно, блин, с Германии, блин. Приехала, наверное, с этого самого, с Польши, блин, а он не из Германии. Ну, неважно, форсуночки вроде бы все хорошие,
все наконечники целые, именно вот эти распылители. Вот. Я имею в виду вот эти распылители. Да давай, наводись. Капец. Вот этот тоже уже все готов. Готов. Готов уходить. Ой, блин, снялся. Короче, все форсунки стоят другие. Еще не заводил, вот только что собрал. Рампу я не прикручивал, форсунки просто накинул, чтобы проверить. Они помечены. Сейчас вот кинул аккумулятор, попробую и заведу. Завелась хорошо. Работает очень тихо. Еще пока что без антифриза. Сейчас, 2 минуты поработает. Парует выхлопной коллектор, новенькие прокладочки все. Ну, как-то так. Все, сейчас пускай постоит, остынет и буду заливать. Уже прокачана система антифриза. Рампу еще я не прикручивал. Тестим форсунки. Вот так примерно работает. Более-менее адекватно работает. Немножечко так чувствуется, так какой-то такой плавный перепад в работе. Немножко паук дергается. Относительно реагирует на блин, я еще забыл, там два болтика, там может быть подсутствие с крышечки. Кстати, да. Его фиг поймешь, вроде бы сейчас выровнялся, хорошо работает, а бывает, блин, какая-то плавность, перепады работает. Ну, начинает. Сейчас я толстышкой сниму, как там по плохому пришли. Заглух.
Затянул вот эти два болтика, вроде бы работа выровнялась, лучше стало. Хорошо работает. Кстати, двигатель сейчас полностью прогрет. Смотрите, какой я прикол нашел. Там забор воздуха идет на расходомер, фильтр. Смотрите, какой прикол. Какие-то провода, блин, там болтаются, и расходомер хочет их кушать. Интересненько. Вроде бы все. Уже работает адекватно, ровно. Вот сейчас должен реагировать более сильно на подсосуды. Во. Во. Это оно. Все, вот эти два винтика я зажал посильнее. И подсосуды получил. Здесь просто скоба стоит, не ставил. Потому что еще нужно топливную рамку прикрутить к коллектору. Вот сейчас очень хорошо работает, мне очень нравится. Клапана нужно будет отрегулировать где-то через 5000. Я скажу клиенту, пока приедет. Я чуть-чуть меньше, чем за дрифтовые печи отрегулирую. Так, на расслабончике полдня с кофем, с телевизором, с кимом, ноутбуком. Термостат открылся, теплый уже нижний патрубок. Так, давайте сейчас покажу, как заводится. Так, вот сейчас заглушен двигатель. Немножко, когда включаешь, всегда температура вырастает. Но когда заведешь, она будет падать. Ну и плюс вискомуфты нету, охлаждается только печкой. Вроде как бы даже родной пробег, там примерно 303 тысячи. Все, работает ровно, мне нравится. Печка греет, будет горячим. Все, готово.